Всем привет из Енисейска. Меня зовут Ольга. И сегодня у нас спецвыпуск по просьбе зрителя. Улица Красноармейская. Сразу тут такой магазинчик. Ну и вот такая улица. Этот район достаточно далеко от центра. И здесь уже, ну, как бы нету никаких достопримечательностей. Такая обычная улица, похожая на многие другие. Видимо, было футбольное поле. Вон какие-то остатки ворот стоят. Асфальтированная, кстати. Вот много зелени. Такие вот приличные домики. Деревья, цветочки. Сегодня хорошая погода. Вот такой магазинчик. Но, ну, не очень, конечно, солидного вида. Наверное, люди вот тут от жары прячутся. У нас очень жарко. Тут, наверное, как в Италии, тоже ставни закрывают в самые жаркие часы. Этот вот дом, наверное, 24-й. Меня же про 24-й спрашивали. Вот это он. Такая штука интересная. Показывает направление ветра. Стройматериалы. Ну, конечно, вот тут мои любимые двухэтажки, огородики. Вот еще какой-то старый магазинчик, уже давно закрытый. Даже с вентилятором, с кондиционером. Тут прошли коровы. Видно по следам на асфальте. Тут я пока ехала, я их видела. Не очень много, но ходят. Конечно, раньше было гораздо больше. Я бы хотела, чтобы они вернулись. Хотя тут всякие эти верующие в глобальное потепление хотят их извести. Я категорически против. Вот такой дом. Тут еще люди живут. Да. Ну, в целом-то такая улочка достаточно. Ну, симпатичная, тихая, от центра далеко. Это, конечно, это плохо. Вообще в центре жить прикольно. Особенно в большом городе. От всего примерно одинаково, до всего. Дрова лежат. Ух ты. Кладбище автомобилей. Какие-то раритетные жигули. Зачем-то подперли кирпичом багажник. Тут тоже. Ну и вот. Их по городу уже почти не осталось. Уже бы убрали, если никому не нужны. Эта улица уже не асфальтированная. Вот такой красивый дом. Вот это, похоже, какой-то делали магазин. Там в окнах видно, что стоят полки. Но он так стоит уже, я не знаю, уже давно. Очень. Да, не покажите. Вот житель улицы жалуется, что надо покосить. У него там все аккуратненько. Ну и вот улица вообще длинная. Я туда до самого начала-то не пойду. Вот это уже
ближе к рабоче-крестьянской, ну, которая вторая главная. Вот такой забор. Двухэтажки. Здесь уже двухэтажки. Уже такое. Такое себе. Что-то вроде тротуарчика. Зачем-то. Там что-то снесли, видимо, такую же двухэтажку. Ну вот, в общем, вот так. Такая улица. Достаточно типичная для Енисейска. Тут летают прямо на скорости. Ну, в общем, вот, как-то так можно понять, как теперь выглядит улица, ну и вообще. В общем, на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.